Среди афиш кинотеатра «Современник» фильма «Битва за Севастополь» нет, однако именно сегодня картину демонстрируют в одном из залов. Такой подарок орловчанам делает кредитный потребительский кооператив «Семейный капитал». К показу столь редкий для современника возрастной зритель стал подтягиваться загодя. На битву пришли в основном пенсионеры, люди, в обычные дни кинотеатры почти не посещающие. Но отказаться от бесплатного просмотра кино смогли немногие. «Семейный капитал» приглашал более 200 человек. Моя ладонь превратилась в кулак. Картину смотрели со слезами на глазах. Зрители – дети тяжелых послевоенных лет. Равнодушными такие фильмы их не оставляют никогда. Я очень рада за просмотр бесплатный «Семейному капиталу», что устраивает такие просмотры. «Битва за Севастополь» – очень тяжелый фильм, но полезный и очень понимающий такой жизненный фильм. Фильм очень понравился. Все прошлое вспомнилось. Спасибо «Семейному капиталу». Я очень рада, что стала пайщиком. «Семейный капитал» входит в пятерку крупнейших кооперативов страны. Его члены – более 20 тысяч россиян и десятки предприятий. Орловский офис открылся почти 2 года назад. За это время кооператив провел десятки акций для орловчан. Одних бесплатных экскурсий было более 20. Маршруты самые разные. Есенинские места в Рязани, усадьба Кускова в Подмосковье, Оптина и Коренная пустыни и еще более десятка замечательных мест. Для всех наших пайщиков мы не делаем различия между теми, кто просто вступил, и теми, кто там открыл программы, положил деньги под процент. Наши пайщики имеют право участвовать во всех наших мероприятиях. Мероприятия наши абсолютно бесплатные. В кооперативе говорят, благотворительные мероприятия – это создание позитивного имиджа семейного капитала в регионе. За основу взят израильский и европейский опыт. Там кооперативное движение на порядок солиднее, чем в России. Такое мероприятие мы еще не проводили здесь, в Орле. Я думаю, что не последний. Вообще регулярно мы проводим и для пайщиков, и не только для пайщиков. Тоже стороны мы часто приглашаем людей. У нас есть и бесплатные компьютерные курсы. Мастер-классы у нас регулярные по субботам проходят. Попасть на бесплатные экскурсии, концерты, мастер-классы, курсы компьютерной грамотности от семейного капитала может каждый орловчанин. Вся информация доступна по телефону 720687. Записаться на мероприятие можно также в офисе семейного капитала напротив кинотеатра «Современник», рядом с магазином «Мед». Адрес: Комсомольская, 237. Наталья Попова, Александр Никулин для программы «Оперативный эфир».